Ханты-Мансийцам очень хочется как следует обустроить городскую набережную. Именно она стала безоговорочным лидером голосования в рамках федерального проекта по формированию комфортной среды. Как пишут на сайте муниципальной администрации, последние несколько дней были самыми напряженными в борьбе за благоустройство территорий, а их выдвинули 14. Набережная реки Иртыш с самого начала уверенно оторвалась от соперников и сохранила лидерство, спустя 5 недель набрав около 3000 голосов. На второй строчке рейтинга уютно расположилась сеть велодорожек по улицам Патриса Лумумбы строителей. Третье место горожане отдали скверу напротив окружной клинической больницы.